Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 10, 9 глава заканчивается на том, что матушка Ишода связала таки Кришну веревками и привязала его к деревянной ступе. Тут начинается новая история, никак не связанная напрямую с Ишодой и даже с какими-то земной историей. Здесь параллельно начинается лила с полубогами, проклятыми полубогами, которые оказались на земле в результате проклятия. И тут, связанный Кришна, он думает, что мать Ишода сначала его что сделала? Она не накормила его досыта, бросила его, не накормив. Затем, когда он стал есть масло, раздавать обезьянам, она решила его наказать еще к тому же, голодного, обиженного. Привязала его к ступе, и теперь он решил напроказничать еще гораздо больше. Джаганнат Прасад. И здесь Прабхупада пишет, что же он решил сделать. Тут в поле зрения его попали два деревья, близнеца и Мала Арджуна. То есть в поле зрения Кришны попали два эти дерева. Когда Кришна смотрит, он видит прошлое, настоящее, будущее. Он увидел эти деревья. И тут начинается новая история. Освобождение на Лакувару и Манигривы. В этой главе рассказывается о том, как были прокляты на Лакувару и Манигрива, и как Кришна спас их по всеблагому желанию великого мудреца Нарады. Какая история. Двое великих полубогов на Лакувару и Манигрива были сыновьями Куверы, хранителя райских сокровищ и великого преданного Господа Шивы. По милости Господа Шивы, Кувера стал обладателем несметных богатств. Сыновья богачей часто предаются пьянству и разврату. Два сына Куверы тоже пьянствовали и развратничали. Однажды, желая развлечься, эти два небожителя отправились в сад Господа Шивы у подножья горы Кайласа на берегу Мандакини-Ганги. Ну, чудесное место. Потрясающее место. Сейчас куда ездят? В Турцию отдыхать? Не знаю. Ну, если по карману, то вроде дешевые путевки, да? На Гавайи дороже, наверное. Я не был, но я думаю, что дороже будет. Канарские острова — это реже уже там, для богатых. Или Маврикий. Мальдивы, оказывается, есть. О. Но здесь Кайлаш описывается. Нам не хватит денег, чтобы добраться до Кайлаша. Это очень дорогая путевка. Ну вот они имели доступ, эти богачи, сыновья богатого Куверы. Там они пили вино и слушали сладкозвучное пение юных красавиц, которые вместе с ними пришли в этот цветущий благоухающий сад. Опьянев, они вошли в воды Ганги, покрытые лотосами, и стали играть с девушками, подобно тому, как слоны играют в воде со своими подругами. Когда они таким образом развлекались, мимо случайно проходил великий мудрец. Совершенно случайно. Так тут и написано. Мудрец случайно не бродит, где попало, нет. Ну, во всяком случае, они не ожидали этого его прихода, и это была неуместная, собственно, картина. Обстоятельства были неуместны для приема мудреца. Они были пьяны еще с девушками в воде, без одежды, и тут случайно совершенно, наверное, появился. То есть там мудрецы обычно не появляются в таких обстоятельствах, но он появился. Он понял, что на Лакувару и Манигрива совсем пьяны, и поэтому не замечают его.
Девушки, однако, не были такими пьяными, как полубоги. И, устыдившись своей наготы перед великим мудрецом Нарадой, поспешно прикрыли тела одеждой. Полубоги же не сознавали, что перед ними мудрец Нарада. То есть утратили сознание Кришны, видите. Это первый признак, что человек утрачивает сознание Кришны, он не различает святых, не святых. И потому не стали одеваться. Так, когда Нарада увидел, что вино лишило братьев разума, он, желая им добра, решил оказать им особую милость и проклял их. Для богатых людей, возгордившихся богатством, это милость особая. Вообще-то их боятся проклинать, потому что они обладают властью денежной и самоуверенностью. Они несколько социально опасные люди, богатые, опьяненные богатством и властью. Тем более на таком уровне, что они даже Нараду не заметили вообще. В общем, крутые были ребята. И Нарада, он бесстрашный, и решил эту милость все-таки на них пролить и проклял их. Из сострадания к двум полубогам великий мудрец решил положить конец их призрачному наслаждению от пьянства и забав с юными красавицами, а также дать им возможность лицом к лицу встретиться с Господом Кришной. Видимо, у этих полубогов были большие заслуги, раз они родились в такой семье, у Куверы, наследовав несметные богатства в райском царстве. Это был запас, конечно, немалого благочестия, и Нарада решил вот это благочестие направить Кришне, раз они сами не могут, спасти их нужно. Связать можно либо наставлениями, если не слушать, то проклятиями. Отнять богатство. Богатство отнимаете, благочестие остается еще. Поэтому есть шанс, что это благочестие обратится к Богу. Так, собственно, Кришна поступает со всеми богатыми людьми рано или поздно, по законам природы, отнимается богатство, и они снова обращаются к Богу. Потом снова гордятся, когда Бог награждает их, забывают. Снова проклинают, благословляют, проклинают. Пока материальное желание есть, так и происходит. Но когда человек лицом к лицу встречается с Кришной, он очищается от этих материальных желаний. То есть Нарада вообще решил положить конец их материальному существованию фактически, этим проклятием. Он решил проклясть их. Нарада сказал, что стремления к материальным удовольствиям возникают под влиянием гуны страсти. В материальном мире человек, обладающий богатством, обычно подвержен трем порокам. Пьянству, разврату и азартным играм. Кичаясь накопленными богатствами, люди становятся настолько жестокими, что безжалостно убивают животных, открывая для этого бойни. Они думают, что сами никогда не умрут. Вот эта иллюзия денег очень сильная. Говорит, пока есть деньги, кажется, что я не могу. Не закончится мое существование, потому что деньги есть. Значит, впереди меня ожидает чувство наслаждения. Это иллюзия денег. О, у меня светлое будущее, смотрю на деньги. Куча денег, значит, у меня будущее прекрасное. Вот такая иллюзия. Опьянение полное. Не думай, что никогда не умрут. Такие глупцы, забывшие о законах природы, слишком привязываются к своему телу. Они забывают о том, что каким бы совершенным ни было их тело, даже если это тело полубога, в конце концов оно обратится в пепел или испражнение. Более того, какой бы внешностью ни обладал человек при жизни, внутри у него испражнение, моча и черви. Злобные, завистливые материалисты причиняют боль другим живым существам и потому не могут постичь истинную цель жизни. Поэтому в следующей жизни они, как правило, оказываются в аду. Ради своего бренного тела эти глупцы совершают множество грехов, но они не знают даже, кому на самом деле принадлежат их тело. Обычно считается, что тело принадлежит тому, кто его кормит. Поэтому стоит задуматься, принадлежит ли тело самому человеку или его хозяину, который его
которому он служит. Хозяин рабов считает их тела своей собственностью, поскольку это он кормит рабов. Можно также задаться вопросом, принадлежит ли тело отцу, чье семя его породило, или матери, которая выносила его. Вот таких вопросов у них в принципе вообще нет. Богатых людей, людей, стремящихся к богатству. Они себя считают независимыми. Как только появляются у них какие-то деньги, все, я свободен. Не можете мне давать ни наставления, ни указания, ни управлять мной. Я сам способен на это, потому что у меня есть деньги. Иллюзия очень сильная. Глупцы совершают множество грехов из-за того, что ошибочно отождествляют себя с материальным телом. Но сначала, пользуясь данным нам разумом, стоит задуматься, кому принадлежит наше тело. Глупый человек убивает животных, чтобы накормить свое тело. Но не задумывается о том, принадлежит ли тело ему, его отцу, матери или деду со стороны матери. Иногда отец отдает дочь кому-нибудь в жены, чтобы потом взять у нее ребенка и воспитать как своего сына. Тело может также принадлежать более сильному человеку, который заставляет его работать на себя. Иногда тело раба продается какому-то человеку, и с этого дня оно становится его собственностью. А в конце жизни наше тело становится собственностью огня, потому что его кладут на костер и сжигают. Или же тело выбрасывают на улицу на сиденье собакам и стервятникам. Прежде чем грешить ради того, чтобы сохранить жизнь в теле, человек должен понять, кому оно принадлежит. В конечном счете, он должен прийти к выводу, если тело создано материальной природой и в конце жизни растворяется в ней, значит, тело принадлежит материальной природе. Не следует заблуждаться, полагая, что наше тело принадлежит нам. Зачем же ради чужой собственности прибегать к убийству? Зачем ради тела убивать невинных животных? То есть тело принадлежит материальной природе. Кому еще? Прах ты, и в прах ты обратишься. Ты создан из кучки праха, сформирован более тонкими законами природы. Грубое тело подчиняется тонким, это несложно понять. Мыслям подчиняется тело. Несложно понять. И создается она тонкими законами природы. Мысль. Я имею мысль. Я не вижу мысль, поэтому я не понимаю, как природа это действует осмысленно. Тело — сложное устройство. Где та мысль, я не вижу, которая творит все это? Тонкая вот эта вот энергия. Веда говорит, что есть стихии, элементы. И это элементы, состоит все материальное творение. Тело, как часть природы, из тех же элементов состоит. Поэтому по аналогии можем понять, что у природы есть тоже манас, будхи, аханкара. Но другого масштаба. И мы взаимодействуем с этой природой на грубом и тонком уровне. Вот грубые вещи мы можем изучить, тонкие нет, тонкие требуют взаимоотношений. То есть ум я могу понять человека, только общаясь уже с ним, имея взаимоотношения с ним, раскрывается ум. Ум, характер, эти тонкие элементы. И если с природой нет таких отношений, то мы не понимаем, как формируется это тело. Раз я в этом теле, значит, это тело есть я, это тело мое, и все, я запутываюсь. И как только я собираю материальные ресурсы этой природы для поддержания тела, я чувствую, что я независим. Вот такая глупость. Полное невежество. То есть это знания, которым обладают животные вообще. Но люди, конечно, эти знания культивируют в философию, в науке какие-то, в социологию, там, не знаю, экономику. То есть развивают такие отрасли, и это еще их больше убеждает, что они независимые, ученые и контролирующие. То есть это углубляет еще, укрепляет невежество, эта материальная наука. А нужно просто разобраться в одной вещи, прежде чем вообще вот начинать вот эту вот невежественную деятельность,
кому принадлежит это тело. Нужно разобраться вот в этой вещи. И вот даже на Лакова Раманигрива забыли. Когда человек ослеплен гордыней, названной богатством, вызванной богатством, он не слушает нравоучений и предается пьянству, распутничает, убивает животных. В этом смысле положение бедняка лучше, поскольку он думает не только о себе, но и о других. Часто бедняк не хочет причинять другим боль, потому что на собственном опыте знает, что такое боль и страдания. Рассуждая таким образом, великий мудрец Нарада решил, что на Лакувару и Манигриву ослепленной гордыне нужно поместить в такие условия жизни, в которых у них не будет никаких богатств. Что же это за форма жизни, где нет никаких вообще богатств? Сейчас узнаем. Человек, исколотый колючками, не желает другим испытать боль от таких уколов. Добросердечный человек, живущий в бедности, никому не желает оказаться в таком же положении. Обычный человек, выбившийся из нужды и разбогатевший в конце жизни, открывает какое-нибудь благотворительное учреждение, чтобы помогать бедным. Иначе говоря, отзывчивый бедняк в состоянии понять горести и радости других людей. Бедный человек редко бывает заносчив или подвержен порокам. Он довольствуется тем, что получает на жизнь по милости Господа. Бедность — это своего рода аскеза. В ведическом обществе браманы обычно живут в бедности, чтобы не стать жертвами гордыни, порождаемой богатством. Такая гордыня — большое препятствие для духовного развития. Бедняк не может стать очень толстым, так как у него нет возможности переедать. И поскольку он не переедает, его чувства тоже не слишком возбуждены. А когда чувства спокойны, человек не склонен к насилию. Видите, с духовной точки зрения бедность считается благословением. Ну как, проклятие с материальной точки зрения, для духовной жизни благословение. Все, говорит, ночь, день меняются. То, что для одного ночь, для другого день. Так говорится. Реальность именно такова, что у нас здесь ничего нет. Поэтому бедность ближе к реальности. Богатство дальше от реальности. Но поскольку богатство дает материальное благополучие, много чувственных удовольствий, то люди понимают это как благословение. Именно так они понимают. Благословение — это вот в форме богатства должно быть благословение. Другое преимущество бедности в том, что святой человек может без труда зайти в дом бедняка, и тот получит возможность общаться с ним. Богач никого не пускает в свой дом. Значит, туда не может войти и святой. Святых называют попрошайками, богатые люди. Гони его отсюда. Чего лохмотишься, в мой дом зайдет, что ли? Мой престиж. Люди будут видеть, что я общаюсь с такими людьми, что зачем? Какие-то пропушайки ходят. Ты знаешь, святые. Знаешь, много развелось святых. Гони отсюда. Дверь закрой, и все. Давайте жить спокойно. У нас тут куча денег, пищи, чего надо еще. Зачем нас святые тут? Они придут, будут нас критиковать. Что вы тут наслаждаетесь, богато, не завидуют нам. Это менталитет богатых людей. А в дом бедняка легко войти. Мы видели это сами на опыте в Навадвипе когда-то. Мы целой толпой прошли через дом бедняка. Он ничего не сказал вообще. Мы даже не думали, что это дом. Настолько бедный, что мы не поняли, что это его дом. Там его супруга, видимо, мыла котлы какие-то. Мы думали, ну, человек просто моет котлы здесь. Он там живет. И мы прямо в его хижину вошли, чтобы пройти насквозь. И он ничего не сказал вообще. Посмотрел на нас и все, и продолжал там мыть свои котлы. Мы потом поняли уже, да, когда прошли, догадались, что это бывает. Было жилье, похоже, людей, мы тут ходим без спросу. Ну, бедные люди. Все просто. По ведической традиции святой человек становится нищим странником и, собирая подаяние, может постучаться в любую дверь. То есть кто-то принимает добровольное нищенствование для этой цели. Это саньяси.
Семейные люди, которые под грузом домашних забот обычно забывают о духовной жизни, получают благо, общаясь со святыми людьми. Благодаря такому общению бедняк может освободиться из материального плена. А какую пользу могут принести те, кто кичится своим богатством и положением, если не общаются со святыми людьми и преданными Верховной Личности Бога? Великий мудрец Нарада подумал, что его долг поставить двух полубогов в такие условия, чтобы они не могли гордиться своим богатством и высоким положением. Из сострадания к сыновьям Куверы Нарада хотел помочь им перестать вести греховную жизнь. Находясь во власти гуны тьмы, они не могли управлять своими чувствами и предавались разврату. Долг святого Нарады заключался в том, чтобы спасти их от порока. Животное не сознает свои наготы. Кувера же был хранителем райских сокровищ, занимал очень высокий пост. А Налукувара и Манигрива были его сыновьями. Тем не менее, они уподобились животным и настолько потеряли стыд и достоинство, что во хмелю не сознавали свои наготы. Прикрывать нижнюю часть тела – одна из норм цивилизованной жизни. То есть цивилизованная жизнь начинается с понимания тела. Как говорится, в теле есть много разных центров, нижних и более высоких центров. Ты должен разбираться в этой культуре, какие центры, когда необходимо открывать, и которые держать прикрытыми. Это черепаха, когда ей нужны конечности, она их использует, когда не нужно, она их прячет. И вот здесь говорится об этом, нижнюю часть тела нужно всегда прикрывать. Это понятно еще пока некоторым людям. Пока. Потому что многие люди в этой культуре хотят открывать эту часть тела. Находят такие места, где ее можно открыть. Уже эти желания есть сильные, внутренние. Так они наслаждаются. Это животное уже сознание. Если мы изучим как бы тело человека, как оно устроено, какой-то потенциал вложен, мы видим, что там есть более высокие уровни, центры восприятия жизни, чем нижняя часть тела. И, конечно же, нам нужно будет открыть высокие центры, а нижний закрыть для этого. Ну а материалисты наоборот. Они закрывают верхние центры, им уже все равно. Им уже плевать, святой, не святой, какая им разница. Не нужно. И нижние центры открывают. И когда люди забывают об этом, они перестают отличаться от животных. Нарада решил, что подходящим наказанием для этих полубогов будет превратить их в неподвижно стоящие деревья. По законам природы деревья неподвижны. Хотя деревья находятся в гуне невежества, они никому не причиняют вреда. Великий мудрец Нарада считал, что будет хорошо, если братья, даже понеся наказание и превратившись в деревья, его милостью сохранят память и будут знать, за что они наказаны. Сменив тело, живые существа обычно забывают свою прежнюю жизнь. Но в особых случаях, как в случае с Налукуварой и Манигривой, у них, по милости Господа, остается память о прошлом. Ну, редкий случай, чтобы в форме дерева сохранилась память. Мудрец Нарада решил, что два полубога должны будут находиться в телах деревьев 100 лет по исчислению небожителей. Но после этого, по беспричинной милости Верховного Господа, им посчастливится увидеть его. Тогда они снова обретут высокое положение полубогов и станут великими преданными Господа. То есть деревья, они нагие. Их органы размножения, они как раз на виду. Это цветы. Вот. То есть, естественно, для дерева это чисто, безгрешно, это красиво выглядит. Дерево украшает, дает тень, дает цветы, дает плоды. И вся ее жизнь, и сексуальная, и другая, на виду, и никого не беспокоит. Это форма дерева. Поэтому они награждены благочестием от природы чистотой. За что? За их очень сильные грехи в прошлом.
они покрыты вот благостью природы и грехи. Но сами они, как живые существа, в невежестве скованы природой. Но уже не могут никому причинять вреда. Так природа считается благой, поэтому. Хотя в ней, внутри, все в невежестве пребывает. Но сама природа благая. Хотя маленький Кришна был привязан к деревянной ступе, тут мы вспомнили о Кришне снова. Пока эта история рассказывалась, вот, эти два дерева, они выросли во Вриндаване. Два деревья-близнеца. И они выросли во дворе Нанды Махараджа. И там и увидели Господа Кришну. Вот как раз вот в этот момент Кришна обратил на них внимание. Когда он подумал, как еще тут вот спроказничать вообще. У него игра идет. Видите? В эту игру попадают эти вот два дерева. И Кришна, он видит, кто это. Хотя маленький Кришна был привязан к деревянной ступе, он двинулся к двум деревьям, чтобы исполнить пророчество своего слуги Нарады. Господь Кришна знал, что Нарада его великий преданный, и что два дерева, стоящие перед ним, на самом деле сыновья Куверы. «Сейчас я исполню предсказание моего великого преданного Нарады», — подумал Кришна, и пополз дальше, в проход между двумя деревьями. Сам он сумел проползти, но большая деревянная ступа перевернулась и застряла между деревьями. Тогда Господь Кришна с силой потянул за веревку, привязанную к ступе, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. Из упавших, сломанных деревьев вышли два удивительных существа, которые сияли, как огонь. От их присутствия все вокруг осветилось и стало прекрасным. Очищенные от своих грехов, оба полубога тут же подошли к маленькому Кришне и склонились перед ним, чтобы выразить свое почтение и вознести молитвы. «О, Господь Кришна!» — сказали они. Видимо, они говорили в унисон. Они. Это возможно. Но это возможно, когда люди очень хорошо понимают друг друга. Когда они вместе проживают в одной аскезе, один образ жизни у них. Они сближаются также и на уровне тонкого тела. Когда у нас хорошая садхана, мы тоже очень хорошо как бы вот понимаем чувства, мысли друг друга. Поэтому преданные, где бы в мире они ни жили, в разных вот национальных как бы округах, странах, они сразу находят общий язык с первой секунды, потому что садхана одинаковая, пища одинаковая, образ жизни одинаковый. Они как бы в унисон мыслят. Ну вот, собственно, это и есть цивилизация, единство. «О, Господь Кришна, — сказали они, — ты изначально верховная личность, повелитель всех мистических сил». Вот что интересно, они увидели, видите, перед собой. Сначала вели Нараду, в конце вот своего, как бы, своей карьеры полубогов. Увидели Нараду, не распознали, Нарада их проклял. Они отрезвились от этого проклятия, но уже было поздно. И Нарада благословил их памятью. Они не утратили память, поэтому как только эти деревья были сломлены, они покинули эти тела деревьев. И, памятуя об этом проклятии, о своем опыте, они тут же извлекли урок. За это время, вот 100 лет полубогов в телах деревьев, они ждали спасения, наконец дождались, и тут же сказали, ты изначально верховная личность Бога, потому что Нарада говорил об этом. Повелитель всех мистических сил, мы тоже узнаем Кришну только потому, что нам сказал об этом духовный учитель. Когда-то мы же получим даршан непосредственно. Мы тоже скажем, ты верховная личность Бога, без всяких сомнений, потому что мы это слышали и теперь увидели. Ученым браманам известно, что материальный космос есть порождение твоих энергий, которые иногда проявляются, а иногда нет. Ты изначально даруешь жизнь, тело и чувства всем живым существам. Ты вечный Бог, Господь Вишну, всепроникающий, нетленный, владыка всего сущего. Ты вечное время, ты источник мироздания,
находящегося во власти трех гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Как сверхдуша ты пребываешь в сердцах всех многообразных живых существ и знаешь обо всем, что происходит в их телах и умах. Поэтому ты, о Всевышний, направляешь все их действия. Но хотя ты пребываешь в царстве материальных гун, эти гуны не скверняют тебя. Никто из находящихся во власти материальных гун не способен постичь твои божественные качества, которые существовали до сотворения материального мира. Поэтому тебя называют Верховным Трансцендентным Господом. Мы в глубоком почтении склоняемся перед твоим лотосным стопам. О Господь Васудева, Верховный Браман, прославляемый своими внутренними энергиями. Ну вот это вот полное знание, сознание Кришны проявилось у них. Полное очищение они обрели. Но понадобилось время. 100 лет по исчислению полубогов наказание длилось. 100-летняя медитация была на собственные грехи. То есть 100-летнее покаяние было. И при этом было ожидание. Ожидание Господа Кришны. Что Нарада предопределил это, обещал. В материальном мире ты известен только в своих многочисленных воплощениях. Хотя ты приходишь в разных телах, твои тела не принадлежат к материальному миру. Они всегда полны божественных энергий и всегда безгранично богаты, сильны, красивы, знамениты, мудры, отрешены. Материальное тело отличается от его владельца, но поскольку ты приходишь в своем изначальном духовном теле, твое тело не отлично от тебя самого. Переходя в этот мир, ты своими необычными деяниями свидетельствуешь о том, что ты Бог, Верховная Личность. Никто из живущих в материальном мире не способен совершить столь чудесных деяний. Ну, тело Кришны видят сердцем. Именно от этого состояния сердца зависит восприятие формы Кришны. По-разному можно видеть Кришну. Можно видеть его обычным человеком, ну, конечно, не совсем обычным. Потому что он делает вещи необычные, сверх возможностей людей. И все же его отождествляют с материальным телом и думают, что, возможно, он достиг этого могущества при помощи аскез, который он совершал в прошлом. То есть какие-то методы использовал. Развитие, саморазвитие. Но Кришна никогда не совершал аскез. Я не использовал никаких методов саморазвития. Не было такого. Тогда они говорят, ну, верно, он в прошлой жизни это делал. Вот, например, он же, когда приходил в прошлом воплощении Нара Нараяна, он совершал аскезы. Видимо, вот с той же прошлой жизни он, если явился как Кришна Арджуна, то с той прошлой жизни он эту ситху перенес. Аскезы не нужны Господу. Он говорит, ну я исполняю свой долг, то есть в каком я форме прихожу, я следую этой природе, чтобы другие последовали своей природе. Творение и сейчас, и после творения, эти качества всегда остаются при тебе, божественные. То есть тебе не нужно совершать какие-то аскезы, чтобы что-то обрести, потому что ты изначальный, предвечный источник этих как раз богатств. Это сбивает с толку только материалистов, что вот Господь переходит, совершает аскезы, допустим. Или рождается как обычный человек. И они его начинают отождествлять, искать причину его могущества и так далее, его красоты. А там нет причины. И вот уже в сознании Кришны это проясняется. И когда эта вера проясняется, пробуждается, глазами разума и веры можно увидеть форму Кришны. Вот она, изначальная форма Кришны. Тело Кришны отличается от ума, от чувств, от сверхдуши, которая в нашем сердце. Вот, поэтому контакт с телом Кришны или его, с его духовным телом, оно духовное всегда, с духовным телом, контакт происходит в сердце.
там, где сверхдуша находится. Ты верховная личность Бога, причина рождения и смерти, а также освобождение всех живых существ. Ты несешь в себе все свои полные экспансии и можешь дать любое благословение. О Господь, источник благодати и добра, в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Ты вездесущая верховная личность Бога, высший источник умиротворения и повелитель династии, идущей от царей, от царя Яду. Наш Отец, полубог Кувера, Твой слуга. Великий мудрец Нарада тоже служит Тебе. И только по их милости мы смогли увидеть Тебя воочию. Вот теперь они, видите, они прославляют Нарада, который их проклял 100 лет в форме деревьев. Наказание было. Но они здесь теперь прославляют, увидев перед собой Кришну, они прославляют все эти вещи. Все это проклятие казалось, видите, благословением. Поэтому позволь нам всегда служить Тебе с трансцендентной любовью, неустанно прославляя Тебя и слушая рассказы о Твоих божественных деяниях. Когда-то Бхагаватам Сарасвати спросили, кто-то из учеников. Это я слышал на Радакунде в Вриндаване. Пожалуйста, один ученик сказал Гуру Махарадж, что делать? Я пытаюсь воспевать святые имена, следую практики, но вот есть серьезное беспокойство. Есть один человек, который меня клевещет. Клевещет, критикует, не дает покоя. И вот это мне мешает повторять мантру. Так-то все в порядке, то есть я следую садхане, но вот этот человек все портит. Как мне быть? Он всегда где-то рядом, он всегда за мной смотрит, он всегда что-то обо мне говорит, он меня критикует постоянно. Серьезная проблема, я не могу на джапе сосредоточиться. Бхагаватам Сарасвати сказал: о, посели этого человека рядом с собой, чтобы ты постоянно видел его и слышал. Он тебя без очищающих средств очистит очень быстро. Тебе, говорит, очень повезло, что Кришна тебе послал такого человека. Пойми, говорит, это план Кришны. Конечно, это проклятие с этой точки зрения. Беспокойство, да, тебе неудобно, тебе некомфортно. Но Кришна санкционирует зачем? Потом будешь благодарить его, когда ты очистишься, и скажешь: так вот план Кришны был в чем. Я же ждал, что Кришна придет и скажет мне истину. Он тебе послал человека, который тоже говорит истину про тебя. Критикует тебя. Говорит: радуйся. Рядом дом ему построй, рядом с своим домом. И живите вместе. Чем быстро очистит. Это проклятие, конечно. С таким человеком вообще видеться ужасно трудно. Даже думать о нем вспоминать сложно. Но мы будем устойчивы в сознании Кришны. Продолжаем петь, танцевать при этом. Если мы при этом продолжаем петь, танцевать, то все в порядке. Пусть наши руки, наши тела неустанно служат Тебе. Пусть наши мысли всегда будут обращены к Твоим лотосным стопам. А наши головы пусть вечно склоняются перед Твоей вездесущей вселенской формой, о Всевышний. Когда полубоги Налакувар и Манигрива закончили возносить молитвы, маленький Кришна, хозяин Гокулы, привязанный веревками Ишоды к деревянной ступе, улыбнулся и сказал... Верховный Господь на алтаре же обычно, да? Великолепный там, а тут к ступе привязанный, нашкодивший, наказанный Ишодой, ему молитву возносят. То есть Налакувар Манигрива не пришло в голову развязать его даже. Они увидели Бога, он привязан к ступе, у него проблемы. Улыбнулся и сказал: «Я знаю о том, что мой великий преданный Нарада Муни по своей беспричинной милости спас вас от ужасной гордыни. Вы возгордились, потому что обладали необычайной красотой и огромными богатствами и родились среди полубогов. Он спас вас от жизни в аду». С райской планеты можно в ад загреметь. Этот ад называют бездонная пропасть. Оступиться можно где угодно, в любом месте. И упасть в пропасть. Под нами всегда. Все это мне известно. Вам выпала великая удача.
Благом для вас было не только проклятие Нарады, но и счастливая возможность увидеть его. Любой, кому выпадает удача увидеть такого великого святого, как Нарада Муни, неизменно милостивого ко всем и всегда излучающего спокойствие, тут же освободиться из материального плена. Находиться в его обществе все равно, что выйти на яркий солнечный свет, когда становится видно все, что происходит вокруг. Вот какое общение с Нарадой Муни. Онала Кувары Манигрива, теперь вы достигли цели жизни, ибо в вас проснулась экстатическая любовь ко мне. Это ваше последнее рождение в материальном мире. Теперь вы можете вернуться к вашему отцу на райские планеты. Продолжайте с любовью и преданностью служить мне, и вы станете свободными уже в этой жизни. После этого полубоги несколько раз почтительно обошли вокруг Господа, снова и снова кланяясь Ему, и, наконец, удалились. Господь же остался стоять, привязанный к деревянной ступе. Анекдот какой-то просто. Они не видели этих вещей. Не видели этих вещей. Так в книге Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 10 «Освобождение Налакувары и Манигривы». И поскольку они видели его только могущество, они видели его зависимость от Ишоды, они не обратили внимания на то, что он привязан, потому что они полубоги. Они понимают его как могущественную личность. Полубоги так смотрят на Бога. У них нет таких отношений близких, как жители Вриндавана. Но тем не менее, милость заключалась в том, что эти деревья находились 100 лет во Вриндаване, не в каком-то месте. И когда Кришна явился, они еще могли видеть его некоторые игры, ощущать. Деревья очень чувствительны. Вот такая вот тяжелая история сегодня утром. Кришна остался привязан к ступе, и лила не закончилась еще. Она еще будет продолжаться. Ну, здесь подробно Прабхупада не описывает. Есть много деталей, подробностей эзотерических. Прабхупада не хотел слишком делать эзотерическую проповедь в западном мире. Это бы увлекло людей, ну, немножко в другую сторону. Проповедь должна быть, ну, сбалансированная. Когда у нас уже есть понятие о материи и духе на самом деле, тогда это уже не эзотерика. Тогда мы видим, что реальность, какая вот эта реальность есть в этих подробностях. Когда человек не понимает, он думает, что, ну, уже в сказку все превращается. В небылицу какую-то. Это не очень хорошая проповедь. Если мы раскроем все эти вещи материалистам, да? Какое это? 9-е оскорбление. Мы говорим о тех вещах, которые они могут понять, что полезно для них. Харе Кришна мантра, трансцендентные вибрации, очищающие сердце от накопленной пыли, накопившейся за много рождений и смерти. Уже это для них загадка вообще, рождение и смерти, там и пыль на сердце, и дайте разъясните. Тут не нужно говорить про молоко, которое хотело покончить самоубийством. Это слишком. То есть проповедь должна быть сбалансирована, люди сами к этому придут. Это, конечно, модно во Вриндаване особенно говорить на такие темы. Но вообще к этому должен прийти сам человек, воспевая святые имена, занимаясь преданным служением. Поэтому Господь их направил снова домой заниматься преданным служением. Из Вриндавана. Он не раскрыл им эти тайны. С Ишодой не познакомил, смотрите. Снанда Махараджа с Радхарани не познакомил, не показал там эти пастушков, телят, что он чем-то занимается. Не продемонстрировал ничего, нет. Говорит, домой к папе. Там будет заметно преданное служение, вот тогда вы уже достигнете совершенства через преданное служение. Вот реальность. А потом вы сами войдете во Вриндаван по приглашению. Молоко Кришны позовет вас. Вы сами это услышите. Никакой сказки нет. Меня зовет молоко, я хочу кипятить его для Кришны. Оно меня занимает преданным служением. Это мой шикша-гуру вечный в духовном мире. Вот как это происходит. Но это нужно развить сознание Кришны для этого, чтобы не было просто сказок каких-то сентиментальных. Ну, знания, основополагающие знания, которые приобретаем через опыт жизни в преданном служении. Это не та жизнь, которая в законах кармы. Это вне законов кармы опыт. Только тогда мы сможем понять, какие чудеса на самом деле происходят в играх Кришны.
Это реальность откроется только таким путем. Следующая глава будет называться «Гибель демонов Ватса-суры и Бакасуры». Вот тут начнутся уже, видите, боевики. Но это в 11 главе. Захватывающие, видите, вещи. Боевики тут, любовные истории. Что нужно еще человеку? В Кришне все это есть. Какие у нас будут вопросы сегодня? Есть вопрос к Евгению. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные. Вопрос по богатству и бедности. Если бедность – это преимущество в духовном плане, почему тогда не достигшему освобождения йогу обещают богатое рождение? Нет. Бедность – благословение только для духовных людей. А йога выше? Потому что если человек не духовный, если не духовный, бедность его угнетет. Сделает его, может быть, вором, будет воровать тогда этот человек, завидовать, поднимать революции какие-то, реакционером станет, диссидентом станет. То есть бедность, она его как бы опрокинет, такого человека. А вот для духовных людей это хорошо. То есть это должно быть добровольно. Ну и говорится о бедном человеке в рамках культуры, конечно же. Благочестивый бедный человек. Ему это принесет пользу. В этом смысле. А богатство, это, конечно же, ну, благословение в том смысле, что люди хотят богатства все. Кто не хочет богатства? Все хотят богатства в этом мире. И они только и просят об этом, дай мне богатство. Имеют в виду, что это заслужение, что там, как это награда будет. Это тоже дается. Но с оговоркой дается. С тем, что это может тебе навредить. Вот тебе спички. Огонь можешь разжигать, но не спали весь дом. Шастры даются же людям. Зачем? Это инструкция, чтобы не спалить этот дом. Что богатство необходимо в конечном итоге, необходимо в обществе. Но чтобы не спалить этот дом, дается инструкция. Ну а не инструкцию в огонь. И сами решают, что делать. Вот это уже, так сказать, богатые люди, те самые, о которых речь идет, возгордившиеся. Владимир спрашивает, звуки природы кажутся нам красивыми, например, пение птиц. Но если разобраться, то ведь они поют о каких-то низменных вещах или стараются привлечь противоположный пол. Благоприятно ли это для нашего сознания слушать звуки природы? Ну, я так понимаю, что деревья в Тамагоне у него, значит, и вот звуки природы тоже, птицы. Неблагоприятно. Слышать, видеть неблагоприятно. Нужно глаза закрыть, уже заткнуть. Это правда. Это чистая правда. Рано или поздно вот эти приятные звуки птиц, там эти вот райские кущи, они приведут к какой-то женщине. А женщина свяжет. Займет материальной деятельностью, и так далее, и так далее, и все, снежный ком поехал. Поэтому неблагоприятно созерцать материальную природу, если вы не в сознании Кришны. О чем птицы поют? Я здесь, я здесь, я здесь. А ты где? А я здесь, а я здесь. Иди сюда, иди сюда. Давай совокупляться, давай, давай, давай. Ну вот все, это весь текст. О чем люди поют? О том же самом, послушайте. На сцену выходит, я здесь, я здесь. Они там тоже, а я тут. Иди сюда, иду, иду, иду. Один и тот же текст. Но если мы это используем в сознании Кришны, это снимает сознание Кришны, то, конечно же, мы видим, что это отражение, искаженное отражение любовных игр духовного мира. Там настоящие песни уже, настоящая любовь, там нет вожделения, там чисто. И этот принцип оттуда здесь отражается именно. Вот тогда, если вы смотрите таким образом на материальную природу, слышите птиц и прочее, тогда другое, то вы видите Кришну. Даже птица будет петь для вас ведические гимны. И пчелы также будут жужжать. Вы будете слышать ведические гимны. Но это, конечно, Уттама-тикари так слышит, видит, гопи так слышат, птица курари поет. А почему она так поет жалобно? Потому что тоже разлучена с Кришной, а почему же еще? А какая еще причина? У нее есть партнер, конечно, но это прообраз Кришны. Они во всем видят Кришну.
Ты хочешь замуж, но это прообраз Кришны, поэтому ты хочешь. Вот они видят Кришну таким образом. Только не путай этот прообраз с Кришной. Всегда опомни Кришну, не забывай его. Никто тебе не заменит Кришну. Ни муж, ни отец, ни мать, ни деньги, никто. Вот эта память поддерживается. Тогда вы можете видеть природу так вот чисто и недолго. Прабхупада долго не созерцали материальную природу. Иногда видели, как он шум океана слышал и говорил о Радхарани, ее вздохах в разлуке с Кришной. Видел розу, говорил, как прекрасна работа Кришны. Это были моменты. Я не находился в постоянном созерцании природы, понимаете, в таком вот, в такой практике. Он был в воспевании святого имени, в миссии Господа Читания, вот, авторитетность. Евгений спрашивает, Кришна и Вишну — это одна и та же личность, но есть отличия в количестве качеств. Как и на каком примере это лучше объяснить? Недавно не смог четко и доходчиво ответить на этот вопрос. Да, одна и та же личность. Ну, например, вы одна и та же личность, дома вы, вот скажем, такой человек, а на работе вы по-другому себя ведете. Вы там не проявляете себя полностью. Как правило, на работе вы своим подчиненным о своей личной жизни не рассказываете подробно. Вы там деловые разговоры ведете. Вот можно сравнить, что Господь Вишну здесь как бы, ну, определенные деловые решает задачи, функции поддержания. А вот в духовном мире, там у себя, как Кришна, он уже личной жизнью живет. Можно такой пример привести. Мы тоже в разных ролях, в разных местах по-разному себя ведем. Гуру Махарадж, на прошлой лекции вы говорили, что мир глазами долга, он другой. А здесь мы тоже в этой истории видим мир глазами отношений, да, тоже. Ну, то есть они видят совершенно другого Кришну, когда смотрят на маленького со ступой. А как нам правильно развивать свои желания, долг? То есть, слушая Кришну, мы можем вот так вот научиться видеть мир другими глазами, слушая священное писание, общаясь с преданными. Еще есть что-то, ну, какие-то такие, наверное, это удипаны, да, какие-то такие. Просад еще? Вы сразу по-другому все увидите. Только вы видите просад, все сразу меняется. Это удипан тоже. Да? Пища. Пища — это энергия Бога. Первая ступень. Освященная пища, она приводит к совершенству. Что еще может нам помочь? Я думаю, время. Время погружения важно. Как химическая реакция имеет свой процесс во времени. Нужно засекать точное время, где начинается и заканчивается. Также и у нас должно быть достаточно времени в течение дня погружения, чтобы мы вот имени вот это видение поддерживали свое духовное или с позиции долга. Если мы достаточно времени воспеваем, достаточно времени читаем, достаточно времени проповедуем, заняты служением, у нас должно быть это видение поддерживаться постоянно, даже ночью. Вопрос погружения и времени. А железо же должно какое-то время в огне полежать, чтобы накалиться. Вот это время. Одного только соприкосновения быстрого недостаточно, чтобы раскалиться. Но какое-то время необходимо. Тут мы уже сами регулируем это, если у нас есть опыт сознания Кришны, поэтому мы регулируем сами, мы читаем книги, если мы чувствуем, что наше железо остывает, что я уже вижу что-то другое, я уже начинаю критиковать в уме там, или там что-то копаться в ком-то, в чем-то, в каких-то отношениях, ум мой уже тревожит меня, мне плохо. Я открываю книгу и читаю час. И все. Все, опыт. Таков наш опыт. Нежелание принять авторитет наставника. Александр спрашивает, что-то принимаю, остальное нет. Выискивание недостатков у старших, иногда даже враждебные отношения. Что делать? В одной из лекций вы говорите, что в России менталитет либо святой, либо негодяй. Как развить в себе качество ученика?
чтобы обрести наставника, необходим определенный запас добродетелей. Ну, пока вот не получается, пока вас беспокоят недостатки людей, значит, не хватает еще запаса благочестия, и нужно просто заниматься служением. Как умеете сейчас? Сейчас не нужен вам наставник. Зачем наставник, если вы будете видеть его недостатки и критиковать его в уме? Это не отношение наставника. Запас добродетелей должен быть больше для того, чтобы вас не тревожили недостатки людей слишком. Например, наставник духовный, он имеет недостатки, любой человек. И ваш друг кармический тоже имеет недостатки и дурные привычки. В чем разница? Разница в том, что ваш друг навяжет вам свои привычки, дурные качества, а наставник свои дурные качества вам не навяжет, их при себе будет держать. Поэтому нужно понять эту разницу. Запас благочестия поможет нам разобраться в этом, что не так уж важны эти недостатки, а как цены его наставления и опыт духовный. И если у вас будет больше благочестия, запаса, вы как раз в эту сторону больше и будете видеть хорошую и ценить ее. И, конечно, будете учиться хорошо у наставника. Иначе вам ложная гордость не позволит увидеть недостатки и сказать: «А, кто такой? Я лучше. Мне нужен чистый преданный. Я особая личность, понимаете? Мне нужен наставник чистый преданный. С недостатками не принимаю». Это ложная гордыня, недостаток благочестия еще. Алиса спрашивает: «Можете немножко рассказать про гимны, которые вы воспеваете перед лекцией? О чем они? Я учу немного из песенника. Можете конкретно сказать, какие именно вы поете?» У нас есть стандарт просто. Мы не выбираем на вкус, есть стандарт. Вкус тоже есть, конечно. Но утренний стандарт, он обычный. Самсара, даванала, лида, лока, траная, короня, агана, аганатвам, по песнику найдите. Гуру Аштака, Шиши Гуру Аштака. 8 стихов, прославляющих положение гуру. Там много откроется через эти тексты вам. Начинается самсара, даванала, лида, лока, то есть самсара, материальное существование, оно жжет, уничтожает подобно огню. Траная, коруня, гана, ганатвам. Траная, значит, спаситель есть, есть спасение. Спасение — это милость, коруна духовного учителя, который подобно грозовой туче, который гасит этот пожар, обусловленный жизнью. Вот с этого начинается вот это. Вот это утро мы поем сначала вот самсара, даванала, лидалока. Здесь мы чередуем иногда, у нас не храмовый стандарт. Иногда мы поем самсару, иногда вибаваришиша. Это имена Кришны во Вриндаване. В храме Кришна Баларам во Вриндаване поют каждое утро этого молитву. Да, множество имен удивительных, это целое научное произведение. Если изучить эти имена Кришны, можно стать совершенным. Пропеваем на мелодии. Я использую гармонию, музыкальный инструмент. Можно просто каратал или хлопать в ладоши можно. Важно ритм поддерживать хороший и внимательно, вдумчиво, спокойно петь эти молитвы. А каждая молитва заканчивается такая самсара или вибхаваришиша, пранама мантра Шрила Прабхупады, намо вишну падая, Кришна приштая бутали шримати, бхакти виданта свамити намине, намасте. Дальше. Пропевается тоже на мелодию. Затем поется самая могущественная мантра, могущественнее даже, чем Хари Кришна мантра, но она не практикуется постоянно. Это панчататва махамантра. Джайшти Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасани Гаура Бхакта Вринда, трижды только ее можно петь. Перед Хари Кришна мантрой она дает нам возможность безоскорбительно воспевать Хари Кришна Махамантру. А затем поем Хари Кришна Махамантру, в течение, скажем, там получаса киртан идет. Это у нас по утрам здесь так заведено. В храмах там более строгая дисциплина. Храм поддерживает как по часам, по секундам, по минутам всю садану. Вот. И каждый уже приходит там в свое время, как умеет, на мангаларати или на гуру пуджу, или на лекцию, кто как успевает из живущих вокруг людей семейных. Но в храме очень, очень строгий, точный по времени распорядок. Утренняя программа, потом там еще есть
дневные баджаны, там предложения бхоги, там арати всевозможные. То есть храм функционирует ритмично, циклично, практически целый день. На время уборки закрывается, на ночь только. А так, во время, по расписанию можно приходить в какое-то время в храм, всегда там что-то происходит, священное действие, служение божествам. И вплоть до вечерней программы, где поются Гаура Арати, Киба Джайо, Джая Гаура Чандра, это вот видение Бхактивинода Такура, молитва, где Арати проводит полубоги Господу читания, он это видит и описывает в этой молитве, его поем, и это видение нам открывается, как это Арати происходит. Одновременно синхронно арати на алтаре происходит, кто-то предлагает благовоние, огонь, цветы божествам. И вот это все воспевается, вся эта атмосфера возникает удивительная, трансцендентная. И мы читаем в конце Бхагавадгиту или книгу Кришна, читаем вечером. И вот можно так стремиться к этому стандарту. Утром особенно важна программа, утром не пропускайте, утром всегда нужно воспевание. Вечером иногда вы можете задержаться на работе, мало ли что. Но ранние утренние часы стабильно старайтесь поддерживать живущие дома преданные. Виктория спрашивает, если преданный совершает служение из чувства долга, а любви особо не чувствует, как перейти на этап, когда вкладываешь то, что делаешь, ну хоть капельку любви к Богу? Это хорошо. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, всем хочется любви, понятное дело. Сначала мы любовь обретем в общении с преданными. В общении с людьми мы обретаем любовь камы. Опыт камы обретаем. А вот общение с преданными — другую любовь, духовную любовь. Вот с этого начинаем этот опыт. Сразу к Кришне мы идем через служение преданным. И наше бескорыстное преданное служение — это и будет как бы стимулом для вот таких благодарных и любовных отношений, духовных, чистых, там нет камы. Потом эта любовь постепенно взращивается, углубляется. Это непростой процесс для многих преданных. Это, может быть, трудный процесс, путь к любви в обществе вайшнавов. Потому что у нас еще есть недостатки, они тоже очень близко сталкиваются, эти недостатки. Иногда кто-то даже не выдерживает близких отношений с преданными, устраняется подальше, хочет в уединении практиковать. Но все же лучше общаться с преданными и пройти этот трудный этап. И когда мы проходим этот трудный этап взаимоотношений, вот при тиране, да, вот, воспитываем в себе смирение, терпение, почтение при любых обстоятельствах, это могут только герои, да, уже обретшие такие ситхи как бы духовные. И вот тогда мы уже начинаем осознавать настоящую, что такое настоящую. Она покрывает все эти недостатки, она их затопляет все. А если мы говорим о любви, это самая могучная энергия, бхава, бхакти, любовь Радхарани, она заполняет все миры, говорится. Это безбрежный океан, безграничный океан, поглощает все, и вайкунтхи, и материальные миры, и все пронизывает. Вот тогда мы уже сможем, да, вот, понять могущество этой практики, и уже не будем придавать значения этим недостаткам, они не будут тревожить нас слишком. Мы просто будем знать, что нужно делать при таких обстоятельствах, при других обстоятельствах, вот и все. Но если мы тревожимся, переживаем сами, там, умираем от своего ложного эго, ну, значит, нам нужно еще заниматься служением, еще вот изучать вот наш уровень отношений, научиться прощать, научиться контролировать язык, видеть более позитивно, учиться, ну, делать шажки такие. И, повторяя святое имя Кришны, Кришна даст нам этот разум. Мы постепенно научимся правильно использовать речь. Главным образом речь, от речи все исходит. Еще есть вопрос? Если у кого-то еще тут такие остались, можно. Если кто-то из зала, или я задам. Так, сейчас. Можно задам? Да. Все-таки хотел понять, это было проклятие или благословение народа? Дело в том, что когда речь идет о народе, там разницы нет между проклятием и благословением, одно и то. Это как Кришна. Он убивает это, что проклятие или благословение. Всегда благо. Разницы нет, всегда благо. В любом случае.
Нарада – это трансцендентный уровень. И даже Кришна говорит, Нарада предсказал, поэтому я должен сделать. Они вместе как бы. А мы думаем, Нарада такой могущественный, что все его сбываются, да, предсказания. Это Кришна его делается. Иногда такие интриги заворачивают, что там вообще понять тяжело. Да, а Кришна все остальное воплощает. Но это служение Кришне Нарада делает, поэтому Кришна воплощает. Что он это с чистым сердцем, он для себя вообще ничего не делает. Он о благе живых существ, а Кришне думает о его удовольствии. Поэтому Кришна все это делает, все это выполняет, все это поддерживает его преданное служение. Есть серьезный вопрос? Ну вот, Гуру Махарадж, Кришна ведь в теле деревьев сам убил братьев и сказал, что они последнюю жизнь живут в материальном мире. А сам отправил их на райские планеты? Ну, это их последний духовный мир. Да, последняя жизнь должна была закончена быть их к отцу, он отправил к Увере. Ну, также девушка под ником «Чистое сердце» спрашивает. А если не молоко, а цветочки отзовут меня? Они мои шикшигуру в духовном мире. Я думала, может, я цветочком была, лежащим на стопах Радхарани, а вот про шикшигуру не думала. Проясните, пожалуйста. Я не вижу тебя цветочком. Еще нет у меня такого видения, поэтому ничего не могу сказать про это, про эти отношения. Не придумывай. Не придумывай. Сейчас как бы ты под впечатлением находишься, выслушала. Вот. Но наставление гуру заключается в другом. Повторяй внимательно свои круги. Соблюдай принципы. Займись преданным служением. Помогай миссии Прабхупады. Потом, как мы сказали, тебя позовет духовный мир сам. Не гадай на кофейной гуще, кто ты там. Пишет Анастасия. Скажите, пожалуйста, почему с Параматмой нельзя построить отношения? Служить ей ведь это экспансия Кришны. Почему с ней нельзя построить тогда отношения? А можно? Можно построить отношения. Но параматма не для этого проявлена. Не для таких отношений. А для того, чтобы контролировать, санкционировать, дозволять, наблюдать за действиями живого существа в материальном мире, в материальном теле. Вот назначение параматмы. Но когда мы обращаемся к параматме как к Кришне, тогда Кришна проявляется там. В сердце Кришна может проявиться, Рада и Кришна могут проявиться. У Ханумана в сердце были Сита и Рама, допустим, там не было Параматмы. Однажды его спросили, это история же есть такая. То ли Лакшман сказал, то ли кто-то. Хануман, ну покажи, как ты любишь Ситу и Раму. И он не знал вообще, он уже так, у него столько любви, он так растерялся, а потом взял свою грудь, разорвал вот так прям на глазах у всех. Все были в шоке. Он сам себе грудь вот так руками взял и разорвал. И все увидели там Сита и Рама. Такое чудо никто никогда не видел. Там даже параматмы не было. Там не было вот это, физиологических всяких вещей. Сита и Рама. Такая старая история есть. Поэтому чудеса, параматма, поймите, это проявление Господа для материального творения. Сарваси чихам хридиса невишну матас мридипьяна панамча. Потому что без параматмы живое существо не может ничего сделать в этой мире. Не способно. Мы видим через глаза. На самом деле, благодаря параматме мы это видим. Мы мыслим благодаря параматме. Мы физически ходим благодаря параматме. На все требуется определенная санкция, потому что мир должен быть упорядочен, организован. Мы же не можем организовать всю Вселенную, поэтому мы действуем. А чтобы действовать, вот эта санкция нужна. Как действовать? Законы, да, законы природы существуют. Это параматма поддерживается. Она также, как голос совести, поддерживает нас. Но если вы хотите отношений с Кришной, то в этом случае в сердце у вас будет проявляться все больше и больше Кришна. Скажите, джапу когда лучше читать? Перед лекцией и утренним воспеванием? Успеть?
Ну, порядок такой, порядок. Вы поднимаетесь в 3.30, скажем, в 4. 4.30 – это порядок, стандарт золотой, храмовый. В 4.30 у вас мангал арати. Пойдете с сансара до аналоги лока, потом прямо от вани, потом поете нарисимха пранаму, Господу нарисимхи. Потом закрывается алтарь в храме, вы поклоняетесь тулуси деви. Изображению, либо вот непосредственно растущему у вас. Поете тулуси пранаму, обходите вокруг нее несколько раз в конце. Есть тоже мантры специальные тулуси. Затем только после этого начинается джапа. 16 кругов успеваете джапа. Затем уже в 7 утра или в 7.15 приезд ее божества, открывается алтарь у вас новый, где божества одеты вот в этот день, новые одежды, омыты, украшены. Вы приветствуете божеств под запись Ямуны Деви и Харисана Говинда Мадипурушем. Такой стандарт. А затем начинается Гуру Пуза Шри Прабхупаде. Вы поете Шигуру Чарана Падма. Вы поете о значении духовного учителя. Почему вы поклоняетесь духовному учителю? А затем киртан. И начинается после киртана Прематхвани. И начинается класс Шримад Бхагаватам. После класса Шримад Бхагаватам все говорят джай. Заряжены. И идут на прасад. Съедают все, что там кухня приготовила. И разбегаются на преданное служение до вечера. Книги распространяют, то на работу идет, там, ну, у кого что. Вечером снова мы встречаемся в храме. Это стандарт, храмовый стандарт. Какой у вас будет дома стандарт, вы уже сами по возможности смотрите все обстоятельства, что вы можете делать, да? Может быть, вы споете за буквально за 10 минут все службы, мало ли что, у вас нет возможности. Шепотом. Прабхупада иногда вот пел вот так вот в Америке. Что сосед, когда услышал, стал лить воду, чтобы с потолка вода лилась, мстить. Ну шумят, по утрам спать мешают. Поэтому он так пел тихонько. Да. И всем шепотом сказал петь. Говорить. Кто-то в троллейбусе. Вообще в транспорте или за рулем едет и поет «Самсара дава». Тоже можно, а если у вас нет другой возможности. И в храм у вас в машине, может быть, где угодно. То есть приспосабливайтесь. Не будьте фанатичными, будьте гибкими. Ну вот главное, что наш ум будет занят вот этим процессом. Но в храме особая медитация, это понятно. Храм — это место трансцендентное. Иногда посещайте регулярно храмы тоже. Вчера вы рассказали Васудева, и деваки молились Вишну о сыне. И Кришна исполнил их желание, но растить его им не удалось. И вообще все это было сопряжено с такими сложностями для них. Скажите, пожалуйста, Кришна всегда исполняет желания таким образом, не так, как мы себе это представляли? Да, да. Вне всяких наших ожиданий. Но на самом деле Кришна в сердце находится как сверхдуша, Он знает все наши потаенные мысли. Мы не сможем Его обмануть. На самом деле, чтобы Кришна вошел в нашу личную жизнь, вот так, как Ешоди, нужно на самом деле иметь желание быть именно с Кришной, где угодно, но быть с Кришной. Быть не привязанным ни к какому ни месту, ни к каким обстоятельствам. Преданный даже не хочет возвращаться в духовный мир, а просто хочет служить Кришне. Он даже и не желает в материальном мире оставаться, он просто хочет служить Кришне. Вот тогда Кришна входит в личную жизнь. Но если преданный служит Кришне, но хочет оставаться в материальном мире, Кришна знает об этом. Видите, в чем дело? Он не войдет в личную жизнь тогда. Так, как вот к Ешоде и Нанди Махараджу. Пока у нас есть какие-то еще привязанности к материальному миру. Кришна будет касаться, конечно, потому что мы совершаем преданное служение, контакт будет, но какой будет контакт, тоже зависит от наших мотивов. Кто-то думает, что Кришна — это Бог. А кому это надо, скажите? Что Бог всемогущий может меня освободить, исполнить все желания. Поэтому Бог, Бог, Бог. А у Ешоды нет желания, ни освобождения, ни богатства. И Бог вообще не нужен. Мне нужен Кришна. Есть тоже различия. В преданном служении. Уровни разные. Молись Богу, Бог всемогущий.
Да, кому-то нужен всемогущий Бог, а кому-то нужен Бог, вот младенец на руках, который кормить буду. Сама буду заботиться. Расскажите историю Субхадры, сестры Кришны Баларамы. Кто ее растил и воспитывал? Это я не помню. Кто знает? Нужно в Куран смотреть. Потому что в книге Кришны не описывается это подробно. Но если кого-то интересует, поищите материал, должны быть эти известия. Субхадра, она же тоже дочь Васудевы. От одной из жен Васудевы. У него там было 6 жен или сколько? 6 жен у Васудевы было. И одна из жен имела Субхадру. Они, а это сестра Кришны Баларама получается. Сестра Кришны. Так скажем. Но жила она в другом городе, в другом, не в Матхуре. Потому что где был тогда Арджуна, помните? Где он вел Субхадру? В каком городе? Это в источнике указывается в книге Кришны, указывается. Когда Арджуна был в паломничестве, он ушел в паломничество на год, наверное, и он достиг того места, где жила Субхадра. Вот, и он женился на ней. Эта история смешная, она описывается, как Арджуна женился на Субхадре, на сестре Кришны. Она жила в другом царстве. Она очень сильно любила Кришну, конечно же. Кришна очень любил Субхадру, поэтому Кришна хотел Субхадру выдать только за Арджуну. А Баларама хотел за Дурьотхану. То Дурьотхана был учеником Баларамы. Но вот чья взяла, смотрите. Вот это вопрос мы будем еще читать в будущем. Чья возьмет, еще неизвестно. Баларама хочет выдать Субхадру за Дурьотхану, а Кришна за Арджуну. Баларама старший брат Кришны. Казалось бы, что должно быть его желание перевесит. Но не тут-то было, ведь Арджуна украл Субхадру. Вообще не обратил внимания на это. Он ее украл, как кшатри, хотя бы паломника. Но вот это я мало знаю, что о Субхадре, я имею в виду воспитание. А Баларама так искренне любил Дурьотхану. Он не видел его вообще, другие качества. Ученик видит только то, что дает ему гуру. То, что дает учитель. Ученик другого не увидит. Если гуру раскрывается, тогда ученик увидит. Если не раскрывается, не увидит. Только то, что раскрывается. Это отношение очень личностное. Не преподаватель, а те, которые должны всю программу ему озвучить, а мы должны запомнить. А так ученик и видел. Нет, наоборот, наверное, вопрос, как же не видел Баларама, его качества другие, ну, плохие. Я ей говорю, Баларама, какие плохие качества у кого? У Дурьотхана. Баларама не видел? Да, как же он хотел за Субхадру его отдать? Он же видел, какое на самом деле качество, это ужасное. Но у него были хорошие качества тоже. По фильму не было. А, вы по фильму там насмотрелись фильмов, понятное дело все. Фильм — это художественное произведение. Вот уже 5000 лет спустя вот, мы образ Баларамы создаем, то есть Дурьотхана создаем, такой злобный, знаете. Он очень хороший был правитель. Не перечеркивайте его хорошие качества. Он, конечно, был демоном, понятное дело. Он не принимал Кришну, как вот Пандавы, но он достиг райских планет. Потому что долг свой выполнял очень хорошо. Ну, Баларама все видел. Кто знал? Но он также знал, что Арджуна похитил Субхадру все равно. Не думайте, что он был в невежестве. Его обманули. Это лила, это игра. Спасибо большое. Шрила Прабхупада. Ки джай.